как этой штукой пользовался? Покажи. Я надеюсь, что у нас будет свет, у нас не будет длительных отключений электричества, и меньшему количеству людей это будет необходимо, но в любое время мы все равно готовы принять людей, кому нужно обогреться, выпить чашку чая, зарядить свой гаджет. Мы прикинули один раз. Это было, мы кормили на 400 человек, готовили. Сегодня 10 килограмм теста, и это будет меньше. Ну, я думаю, что человек 60-70 мы сможем им накормить вместе с чаем и с кофе. Снегом задувает, и поэтому вовнутрь открыло. Баурсак. Це казахський хліб. Холодніше беріть. Беріть. Вот решили в Буче, вот у нас вот этот первый пункт незламности. Вот, когда выключат свет, ну, да, слава богу, пока есть еще терпимо. То, что выключает там на 4 часа, на 5 часов, это еще терпимо. Это нормально. Мы же готовились в начале зимы, готовились к полному блокауту. Поэтому великолепно. Мы на самом деле очень рады, потому что ну, состояние очень бывает страшным и одиноким. А когда приходишь, здесь настолько уютно и тепло, на морозе чудесно, замечательные люди, улыбки и сладкий кофе. Очень поддерживает, на самом деле, очень поддерживает. Это Маратик, это человек, который бездельничает.